Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Far Cry 4. Ну что ж, мы на финишной прямой. По прогрессу 100%. А именно осталось последнее. Найти оставшиеся предметы. Так что давайте не будем задерживаться, а сразу пойдем. Итак, давайте для начала посмотрим, а где эти самые мои предметы. Барабан находится здесь. Так что давайте сразу берем и пойдем немножко 300 метров южнее. Чего вы там делаете? Сейчас подождите, вам помогу. Вот так вот. Но где это? Вот так вот. Уходим. Нихрена все идут. Воюете. Так, ладно, не будем тут нахрен никого, ни за кого вмешиваться, просто берем или улетаем. Нужно один барабан придумать. Так, между деревьями все нормально. Парашютик. И приземляемся. Давай, приземляйся. Вот так вот. Все, еще один барабан мы крутанули, идем дальше. Но надо для начала понять, а где находятся эти наши вещи, эти все самые предметы. Она у них находится вот тут, да? Ну ладно, давайте закончим нашу работу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну вот они. Так что давайте возьмем вот это. И полетели. Так, ладно, давайте заберем тут вертолет, который вот здесь стоит, тут, ой, рядом, в этой крепости. И полетели смотреть, собирать все вещи. А именно с севера на юг. Ну, так как вертолет у нас находится на севере, так что давайте вот по кратчайшему пути все делаем. Патронов нам хватает. Так что все должно быть нормально, да? Эту гору мы, скорее всего, уже не прилетим. Вот интересно, перелетим мы через вот это вот? Ну, сейчас проверим. Хотя, если нам да и не надо будет, так мы это проверять даже не будем даже. Вот тупо крутанем барабан этот самый. И полетим дальше по своим делам. Так, ладно, идем дальше. Следующей нашей точкой является вот это. На самом верху. И у меня очень интересный вопрос, как туда забраться? Это же не ближний свет. Кстати, интересные люди видите. Чего вы тут делаете? Пристрели себя, пока я нож не взяла! Так, стой. Вот так вот. Все, летим дальше. Попробуем забраться как можно выше, а там уже будем думать, что делать дальше. А
Давайте попробуем. Все понятно, понятно. Садимся. Вот здесь мы уже приземляемся, значит. Ну а дальше придется думать. А что думать? Вот нам уже дали уже. Ждали непонятия. Куда лезть дальше? Так, ладно. Дальше и приспособим эти в обход, да? И тут тупик. Ладно, думаем дальше. Что делать-то? Так, вот мы нашли еще выше было, так можно драться. Да, все отлично. Бежим дальше. Так, здесь мы можем забраться. Ой, надо забираться осторожно. Все отлично. Еще выше, еще выше. Там животное какое-то умерло. Ой, не хочу я с тобой лучше. Я лучше убегу. Лучше не беси меня лучше. Выстрелить одно дело тут. Это самое легкое. Так, ладно, давайте. Ой, как высоковато мне надо. Так, ладно, мы пришли. Место небесного погребения. И где это место? Так, для начала, чтобы понять, где это место находится, нужно выйти из него. Вот так вот. Находится она где-то вот здесь вот. А, вот он. Здравствуйте. Так, ладно, идем дальше. А именно, давайте на начало заберем наш вертолет. Ой, ты. Тут главное не надо упасть, главное не падать. Спускаться куда намного быстрее, чем подниматься на эту гору. Тут хотя бы можно просто пробежать, хотя бы скользя. Так что ничего страшного тут не происходит. Тупо бежим вниз. Подлечились немного. Так, ладно. Ну, поднимайся, давай. Тут мне думал. Торговец вниз, да? А, вот он. Так, ладно, давайте летим дальше. Вот сюда надо. За этой горой есть еще одна маска. Которую также нужно стащить. Понятно. Стараемся держаться от этого уровня высоты. Если удержаться, то будет все хорошо. Мне бы плохо. Так, все, давайте прилетаем. Маленечко остался. Так, здравствуйте. Да блин, бочка нахрен. Почему я нахрен бочку не мог выстрелить? Вот, блять. Такая подстава нахрен. Я мог с легкостью бочку выстрелить. Ну блин, вертолет нас подвел.
и бежать нам сейчас будет очень далековато. Ладно, давайте пособираем наш обратно наш вертолет. И улетаем обратно туда же, по тому же курсу. Давайте вот сюда вот. Лучше было бы, если бы мы единичный случай, когда нам пришлось вот так вот возвращаться. Быстрее, быстрее. Так, немножко подвинемся, чтобы землю не шмахнуть. Так, ладно. Постойте вы меня тут. А твою мать. Вот и все. Так, остался еще один. А улезай, улезай лучше. Но. Так, приземлимся. Вот так вот. Все, все наши проблемы решены. Так, и решим вот это. Вот так. Но... Вот так вот. Все, дальше сами разберетесь. Ну все, это призарядили, все отлично. Где? А вы где? Ау! Ой, надо садиться, надо садиться, быстро, быстро, быстро. Все, садимся. Вот сюда вот. Нужно ее починить, короче. Это будет не очень-то хорошо. Да, вот хорошо так чинить, чинится. Любая поломка можно за 10 секунд устранить. Так, ладно, нужно этих взять. Вот так. Ну а где оставшиеся? Ну а где ты? А, ты сюда, Джо? Ой, нихрена себе ты опасный человек. Ой. Стоп, лучше так не надо, да? Хорошо, что я немножко вперед дал. Так, прицелили. Да блин. Я тебя уроню. Вот так вот надо сразу сделать убит. Не, вертолет. Предал. Так, все, приземлились. Не, подожди, нужно... Для начала посмотреть с вертолета, где находится. Все, понял. Так, все, садимся. Где находится он? Вот здесь вот.
Так, все, летим дальше. А именно еще западней. Вот сюда нужно этот барабан крутануть. Но нас сдавит. Все, понял, извините. Простите меня. Че ты же сам поднимаешься-то? Или есть места, которые... которые очень высоко... ну... давление выше. Так, ладно, давайте. Все, мы прилетели уже. Садимся во дворике в этом. Утонем барабан. Осталось 5. Летим забирать маску. Вот так поднимаемся. Так, все. Прилетели, садимся. Где находится наша... нет. Ой, ни хрена себе. Ты чё так нахрен меня подвёл-то? Мой глаз не сбей, молодец. Ну, поднимайся нахрен. Так, всё, летим дальше на поиски. А где они находятся? Так, ладно, давайте вот что сделаем. Для начала полностью проверим вот эту территорию. А именно вот... еще один барабан. Найдем. Так что летим еще. На 300 метров с севера. Для начала давайте разберемся вот со всем тем, что здесь находится. Это ближе к крепости, которая находится. И уж потом уже пойдем уже на восток. Так, все, побежали. Бежу обратно. И летим дальше вот сюда вот. Высокоуглатом мы находимся. Ладно, сейчас спустимся. Все, спускайся, спускайся быстро. Все, отлично. Сорвали. Летим дальше, вот сюда вот. Всё, приземляемся. Ну, приземляемся, все, и выходим. Пруд Сафа. Так, записка. Журнал Юмы. Опасный напиток. Есть такое клише, мол, любовь — это слабость. Я не считаю, что любовь непременно ведет к ошибкам. И не смотрю высоко на тех, кто привязан к своим друзьям или семьям, если он делает их сильнее. Любовь подобна дурманящему напитку. Кто-то сможет с этим справиться. Таким людям она придет, дает сил. Я искренне уважаю их. Но есть такие, и я, он один из нас, кому любовь кружит голову. В итоге они словно алкоголики, превращаются в жалкую всхлипывающую развалину. Это утро будет добрым. Как я понимаю, всхлипывающая развалина, наверное, это про Пейгана, да? Это он.
вспыхивающая развалина. Так, ладно, где находится маска? Так, ладно. Так, давайте отойдем. Чтобы понимать, где искать хотя бы. Все, понял. Она не, точно не в пещере. Она вот здесь вот. Все. Летим дальше. А именно вот сюда, в обход этой горы. Так, все, летим дальше. Так, 150 метров, отлично. Так, давайте. Все, приземляемся. Ой, ни хрена, что ты нахрен так забеспокоился. Так, давайте починим тебе нахрен. Все, отлично. Тут пожар что-то случается, да? Случился, да? Плохо это как-то. Ой, ни хрена себе, мы сейчас, мы еще подожглись еще. И мы завязываем бинтом руку. Хотя мы подожглись явно полностью. Так, ладно, давайте еще дальше. Так, кто это? Не-не, вот с этими парнями лучше не... С этими парнями лучше не ввязываться пока. Так, все, прилетели. Так, где находится? Ты должен служить кому-то. У тебя есть хозяин, я своего знаю. Следуешь ли ты за мной, потому что тебе так велели, или потому что ты что услышал его песни? Так, ладно, где маска находится? То, зачем мы пришли? Все, видел. Осталось 4 такие находки. Слушайте, а у нас проблема. Мы, у нас рюкзак полностью заполнен. Так, ладно, дайте мне вот молитвенный барабан сейчас еще один. Так что давайте тоже его. Так, еще лучше. Вот так. Осталось только долететь. И садимся. Так, а где еще находится? Так, ладно, пока... Вокруг этой горы мы нахрен нашли все что только могли. А нет, мы одну маску упустили. Вот здесь находится. Ну ладно, нам нужно срочно продавать все вещи из рюкзака, потому что у нас рюкзак полностью полон. Все.
все, полетели дальше. Нужно еще одну маску найти, которая находится вот тут вот. Говорил, вертолет самый быстрый средство передвижения в этом краях. Да и вообще она самая быстрая. Кстати, вот место. Помните это место, где-то нужно было убить бандитов в деревне. А мы так не могли из-за снайперов и тяжелого дяди обойти их. Вот место было, где можно это сделать. Но, увы, мы прошли так вот. Так, ладно, мы пришли. Прилетели, точнее. Пришли в данный момент в неудачную формулировку. Так, все, прилетели. Да куда ты? Нахрен. Так, где находится кто-то? Блин, с этих темноты вот не вижу, где кнопка находится. Раньше рис жучком выбрасывали. Теперь. Здравствуйте, я вас как-то сразу и не заметил. Так, ладно, давайте слезаем. Сюда и ищем нашу маску. Так, все. Ну давай, туда вот нужно. Вот так. Вот и все. Прорвал. Я потерпел поражение. Убийство их военных, солдат и повстанцев меня никогда не смущало. Они сделали свой выбор и должны быть готовы к смерти. Я всегда гордился тем, что защищаю гражданских. И что теперь? Из-за того, что я не успел обезвредить бомбу, погибла женщина. Как мне с этим жить? Как смириться с тем, что я несу ответственность за смерть невинного человека, чьей-то любимой дочери? Не как Нараян. Так, ладно. Да чё я взял-то нахрен? Так, ладно, давайте. Да твою мать. Шлёпнулись меня там. Хорошо, что только шею не сломали. Так, ладно. Опа. Вот так вот, вот так все. Все, окей. Все, взлетаем. Так, ладно, куда летим дальше? Полетим мы вот сюда вот. Так, давайте почитаем. Раз, два, три. Четыре, вот забыли. Пять. Ну, да, вот на, летим на запад по полностью уже. И первым делом мы заберем вот это вот письмо. Так что давайте летим. Лететь нам долговато. Да ладно. Намного быстрее, чем на машине. На машине тут все эти повороты, надо еще въезжать от них. А у нас нет, мы полностью летим с
себе ничего не думаю. Машины бы должны были по дороге ехать, а мы уже сразу срезали. Вот все преимущества вертолета. Но можно наблюдать за тем, как какая-то кто-то охотится за кем-то. И нам ни хрена никто не угрожает. Это у нас называется безопасность. Ладно, давайте быстрее долетаем. На этом вертолетчики. Вот туристы будут тут, хоть вертолетчики. Так, давали в аренду вертолетчики, на этих вертолетчиках покататься. Прибыль бы здесь была вообще гигантская, особенно в таких местах. Так, ладно, прилетели. Для начала нужно найти пещеру, вход пещеры. Точнее, вопросительный знак где находится, чтобы она активировалась. Вот. Осторожно скатывайся. Молодец. Так, ладно. И как спуститься к этим вот статуям? Ну, вот так вот. Спустились более-менее. Эти вот шестируки. А я вас уже помню, да? Вы Шангрила как-то. Когда-то там. Там в какой-то миссии были. Так, все. 17-е 20-е письмо. Взяли. От Шарлотты, июнь 1820 года. Дорогой мой Роберт, несмотря ни на что, я не питаю к тебе неприязнь и не жалею о том, что в то время, что мы провели вместе. Нет такой души, которую нельзя было бы спасти. Однако мне ясно, что человека, которого я знала, больше нет. Я показал наши письма Святому Отцу, и приняв их во внимание, он расторгнул наш брак. Через две недели я выхожу замуж за Сватла. Он добр, честен, и Томас его очень любит. В глубине души я знаю, что твои страдания скоро закончатся. Томас несет в себе твои лучшие черты. И я благодарна тебе за это. Я обещал себе, что не буду плакать. Но строчки плывут у меня в глазах. Прощай, Робин. Даже в разводе я буду продолжать молиться за спасение твоей души. С любовью, Шарлотта. За место мы открыли чрево Ялунга. Какая-то шестирукая баба какая-то сидела там. Это есть что ли Ялунг? Не видите, Ялунг как-то по-другому выглядит. Это какая-то другая. Так, все, летим дальше. А куда именно, сейчас скажу. Так, летим, короче, вот сюда вот. Так, давайте 300 метров. Так, все, садимся. Ни хрена себе. Мы даже и не это. Вот тупо на нее сели. Так, ладно,
найти наш королевский дроворец. Как я сразу-то это не заметил. Будет плакат. Че ему подняться-то? Так, ладно, садимся. Еще один плакат мы убрали. Идем дальше. Ну давай, взлетай уже. Блин, мы выше тупо не можем подняться. Мы тупо не можем дальше подняться. Нажимаем на пробел, а блин, мы не поднимаемся выше. Так, все, понял. Все, улетел таким вот маршрутом, да? Вот такой высоте. Немножко такой укрылся, но тут высоту такой, для того, чтобы дерево пролететь и все. Так, ладно, мы прилетели. И еще одна. Срывание плакатов. Летим дальше. Следующая наша точка находится вот здесь вот. Давай, летим уже. Осталось маленечко. В этой серии, думаю, что мы и завершим все это. Все, прилетели. Так, понятно, так тебе просто не отобрать, да? Так что так сгоришь. Так, ладно, летим дальше вот сюда вот. Теперь. Осталось 4 пропаганды. Так, опять какие-то развалины, да? Что-то я просмотрел, где находится это. А где находится-то? А, все, понял. Так, все. Так, да, для начала отойдем. Чтобы посмотреть, с какой стороны находится. Все, понял. Или я не то увидел. Кажется, все, нашел тебе. Так, еще остался последняя маска, которую нужно найти и нейтрализовать. Так, следующая наша точка находится вот немножко вот восточнее. Мы пропустили ее.
Чего? А почему ты одна? Отпустил эту точку. Так, ладно, давай перейдем опять какой-то больше. Тут точнее. В лужу. Так, все, приземляемся. Так, осторожно тут надо быть. Чтобы не это. Так, все, летим, да, обратно. Коллекция. От Роберта. Смерть ничего не значит для меня, чтобы противостоять Ракшасу. Я должен быть бесстрашен, непреклонен и готов к встрече с Создателем Банашуром. Я смогу достичь просветления лишь тогда, когда крылатый демон будет повержен. Гуру Кабир позволил мне лицезреть всю красоту четвертой Дханка. Я спас красивейшего слона, затем мы вместе с тигром убили сотни людей в масках. Эти люди угрожали нашим жизням и жизни нашего Томаса. Верхом я перебрался через мост из листьев к тому месту, где находился следующий колокол. Его звон причинил Ракшасу сильнейшую боль, но демон не умер. Он ждет меня на вершине шпиля. Я должен вернуться туда. Гуру и Раджприт говорят, что я не готов увидеть последнюю Дханку, что мне нужно подождать. Слова Гуру всегда полны смысла, а его мудрость безгранична. Полагаю, я должен сказать, что новость о рождении Томаса принесла мне радость. Корректно ли это будет это замечание? Но единственное, что сейчас имеет для меня значение, это истина. И истина в том, что я не посмею рассказать об этом. Роберт. Так, ладно, давайте. Как отступил? Понятно. Ой, ни хрена себе. Куда ты нахрен, парашют? Хотел я уже просто спрыгнуть. Нет, надо полетать. Так, давайте, ловимся, я боюсь за это. Поставим лучше точку. Ой, что-то как-то нехорошо получается. Вертолет находится где-то там. А, нет, сейчас все нормально, я нашел способ. Вот бы этим способом еще разобраться еще. Вот твою мать, не хочет он. Ну забирайся ты. Так, ладно, еще раз попробуем. О, молодец. Блин, а дальше-то ни хрена не получается, не получится. Да что ты так делаешь? О, дурак и блядский. Дурак и дубанутый. Какого хуя ты нахрен только полетел, а? Иногда мне так раздражает. Так, ладно. Посмотрим, с какой стороны будет ближе лететь. Здесь 1800. Здесь 2500. Так, ладно, давайте берем вот здесь вот. Вертолет наш. А то из этого дуболома придется тут. Еще много. И летим строго на север. А именно летим вот сюда вот. Все, давайте.
берем вертолет и летим. Да, вот тут это мне тут сильный. Поступок, который он только что совершил, что из чего нам пришлось там лететь в такое расстояние. Это поступок сильного эгоизма. Прилететь и не знает зачем тут. Иногда меня отжать, да? Раздражает. Ну ладно. Так, 1000 метров осталось, да? Получается. Не обращай на них внимания, но сейчас делать свои дела вместе. Ну, свои. Так что... Так, пан, давайте. Все заглянем между горами. Шварцевать, чтоб нет. Осталось последний крылок. И вон то здание даже вижу. Нет, не вижу. Все, приземляемся. Поместье 3 человека. Так, и то нужно обобрать, понятно. Все. И осталось 2 таких листка. И все они находятся на западе. Вот первый, вот второй. Ну, для начала давайте вас заберем барабан. Вот этот вот. Так, слетим еще севернее. Так, 250 метров осталось. Так, все, приземляемся. Отлично. Безмятежность Банашура. Так, ты это... Метку поставим лучше. Чтоб иначе не это... Забирай стужа. Так, возьмем это. Осталось еще 2, да? Так, ладно, летим еще на запад теперь. Так, понятно, твои претензии. Снижаемся. А нам в любом случае уже не снижаться. Уже нравится сорвать. Училище, дети, будущее. А чему тут учат? Вы же не будете возражать, если я сожгу нахрен. Так, поднимайся и летим дальше. А куда это слово дальше есть, не находится? А находится она вот здесь вот, короче. Там и письмо, и маска, и
плакат находится. Вот еще одно письмо. Ладно, давайте взлетаем. Куда мы на этом преследуем? Что-то я машинку видел. Ладно, допустим, что сюда вылезло. Да, тут вообще вот нихрена не видно. Ночью. Хорошее эти освещение. Вот нихрена не видно. Видно, короче, чуть-чуть в углу. Очень хорошо, не видно вообще ничего. Так, ладно, что за место? Отдел логистики КЕО. Так, ладно, давайте. Где плакат находится? Теперь нужно найти какие-то плаканы. Ой, какой нахрен. Нужно найти маску. Вопрос, где она находится тут? Понял. Все понял. Где-то здесь. Ну, а если быть точнее, то где? Где-то вот... А, все, нашел. Вот она. Прямо на нее смотрю и не вижу. Так, ладно, взяли это. Теперь нужно найти письмо. А письмо находится вот тут. Должно было. Ну и где письмо-то находится? Ау, где оно? Все, понял. Где находится? Так, все, читаем. От Роберта. Мне нет нужды прятаться. На моей стороне правда. Сегодня летал Шарлотта. Я вошел в туннель, сотканный из ветра. Он поднял меня в воздух, я остался там. Я мог видеть на тысячу миль в любую сторону, видел прошлое и будущее, словно бесконечный рисунок. Если Тханка воистину чудесны, неудивительно, что их так трудно найти. Я бы обошел весь мир, чтобы открыть все их истины. Зависть скручивает мои внутренности узлом. Зависть к птицам, которые с легкостью рассекают воздух, открикнув мирскую суету. Мирские ценности, может, в этом кроется ключ к моему просветлению. А ты, Шарлотта, разве не часть мирской суеты? Я разбил цепи еще одного колокола. С каждым ударом колокола ракши слабеет, но с каждым моим шагом демон
подлетает все ближе, и я, Калинак, могу его остановить. Эти письма – моя единственная связь с этим миром. Гуру говорит, что однажды наступит момент, когда они мне больше не понадобятся. Но это время еще не пришло. От Роберта, апрель 1920. Смерть ничего не значит для меня, чтобы противостоять Ракшасу. Я должен быть бесстрашен, непреклонен и, да, готов к встрече с Создателем. Вы это читали? Ко встрече с Создателем, Банашуром. Я вас могу достичь просветления лишь тогда, когда крылатый демон будет повешен. Гуру Кабир позволил мне сделать всю красоту четвертой тханка. Да, ты, мне кажется, читали уже. Так, ладно. Ищем последнюю часть, которая находилась вот здесь вот. Все. Ой, не хочу я туда больше прыгать. Так, все, прилетели. Давай, взлетаем. Все, давайте. Последнее письмо осталось найти. Сами справиться и четверо их вот. Так, всё, приземляемся. Убежище Банашура. Так, давайте ставим метку лучше. Чтобы наш вертолет не убежал, не улетел, никто не спиздил. Так, ладно. Коллекция. Последнее письмо от Шарлотты, февраль 1820-го. Роберт, не смей угрожать своему сыну. Ты можешь отобрать у меня свои деньги и потратить их на своего обожаемого гуру и про его проклятые картинки, но не вздумай причинять тебе Томасу во имя своих нелепых игр. Осталось ли в твоем сердце место для меня и Томаса? Или оно теперь полностью принадлежит этому кибалу? Карбиду, или как там его зовут? Мы давали клятву, и Роберт... Помнишь ли ты об этом? Я помню, несмотря на жестокость твоего предыдущего письма, я тебя по-прежнему люблю. Но любой человек, у которого есть хоть капля здравого смысла, поверит мне. Беременна домохозяйки, а не твоя чужеземная бельберде. По тигров, колоков, демонов, и которая намерена захватить Англию. Твой разум одурманили язычники, Роберт, умоляю, возвращайся домой. Или хотя бы вернись в лагерь. Если твои истории правдивы, расскажи обо всем полковнику. Тебе нет нужды скрываться. Напиши мне, когда получишь это письмо. Я беспокоюсь за тебя, Роберт. Я хочу знать, что ты в порядке, Шарлотта. Ну, чё? Потерянные письма 20-20, дневники с 20-20, барабаны 38-40, маски 55-55, плакаты 150-150, барабаны. Мы не нашли два барабана. Что это значит? Это значит не самое прекрасное. Итак, где они могут находиться? Где?
где они могут нахрен находиться. Ну блин, я пока их вообще... А, нет, вот, вот один. Хорошо, а где второй? Это будет только один барабан. Так, давайте животное еще уберем. Где находится второй барабан? Либо я слепой, либо опечатка. Да, это как-то нехорошо получается. Так, ладно, давайте для начала. Да. Открутим первый барабан. И потом уже будем искать второй. Все, полетели. Разрабы не могли ошибиться. Я в этом не верю. Не знаю почему, но я уверен, что разрабы не могли ошибиться. Он где-то стоит, он, блин, где именно, я не знаю, где находится. Так, все, приземляемся. Осторожно, осторожно. Тридцать девять и сорок. Нужно найти еще один. Вот только где он? Так, давайте отключим еще вот эти вот точки. А также вот это. Вот где же ты? Здесь его точно нет. А, вот он. Все, мы нашли последний барабан. Быстрое перемещение. Появляемся в шанате. И оттуда уже добираемся до нашего последнего барабанка, по которого каким-то образом я пропустил в предыдущих сериях. Интересно, вот как я все-таки мог его пропустить все-таки?
Но скорее всего просто мне мимо глаз попался. Пободался все-таки. Ну и просто вот как бы пролетели мимо него и думали, что собрали, уже оказывается нет. Ну ладно. 40 и 40 барабанов мы собрали. Прогресс по предметам полностью выполнен. Итого 99% и 93 сотых. Ну что ж, остался последний момент, до чтобы вот эту цифру довести как можно дальше, 99, еще ближе до сотни, является оружие. И да, на данный момент сейчас наше оружие составляет 63 из 64. Наивно. Оружие где-то. Это уникальное оружие. Подождите, нажал. Это уникальное оружие Бушмен. За 330 тысяч рублей денег. Но чтобы его получить, нужно получить 10 ранг на арене. И то, что там сказано, что арена не является условием для 100% прохождения. Тем не менее, она является им. Так как без него мы не сможем получить это оружие. А без этого оружия мы не получаем 100%. Увы. Но это не конец наших прохождений в этом государстве. В следующей серии мы получим этого бушмена. Что грустный такой? Станки не нужны. Мы получим это оружие. Привет. Побеждая в этом вот здесь. Да? В следующей серии мы войдем сюда, вот в эту дверь. И завершим все наше прохождение. Ладно. С вами был Виктор. Всем пока.